В целях профилактической и разъяснительной работы по недопущению дорожно-транспортных происшествий, повышению транспортной дисциплины среди водителей и пешеходов, а также профилактики нарушений правил дорожного движения на территории Павлодарской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». С 5 по 29 февраля на территории Павлодарской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». По итогам первого дня на дорогах области выявлено порядка 400 нарушений правил дорожного движения. Лидерами в антирейтинге правонарушений являются водители-лихачи, превысившие установленную скорость движения. Вслед идут недисциплинированные пешеходы, замыкает тройку, игнорировавшие ремень безопасности. Кроме этого, выявлены 25 автолюбителей, нарушивших правила обгона маневрирования, и 5 водителей управляли авто в состоянии алкогольного опьянения. Наряду с этим сотрудники полиции проверяют правила прохождения медосмотра водителями общественного транспорта перед выездом в рейс, а также использование в автомашинах детских удерживающих устройств. В результате с 3 транспортных средств изъяты государственные регистрационные номерные знаки. За различные нарушения на специализированные стоянки водворены 20 единиц транспорта. Напоминаем, профилактическое мероприятие продлится до 29 февраля текущего года. Департамент полиции призывает водительский состав нашего региона, а также пешеходов проявлять непримиримость к малейшим правонарушениям на дорогах и самим не допускать их. Уважительное отношение друг к другу может служить гарантом нашей с вами безопасности.